ведущие телепроекта «Дом-2» не расстаются с бойфрендом. Несколько дней назад они вернулись из Куршавеля, где отметили Новый год на горнолыжных склонах. В Москве влюбленные продолжают уделять друг другу время и ходить на свидания. Очередной вечер Бузова и Манукян провели в кино. Тебе понравился фильм? Очень. Хороший, да? Угу. Но еще советы «Вторжение», так что потом посмотрим «Вторжение», если успеем, вам скажем. Перед сеансом Давид подарил Ольге огромный букет роз, с которым она позировала для фото и сторис в Инстаграм. Девушка была в восторге от подарка. «Какой красивый букет! Спасибо!» – ответила звезда и одарила парня нежным поцелуем. Ольга не стесняется делиться подробностями своей личной жизни в социальных сетях. Она откровенно признается в любви к Манукяну, и он отвечает ей взаимностью. «Самое главное, что в конце – любовь!» Говорит, без спойлеров. Но в конце любовь. Ну, блин. Вообще ни разу не спойлер.